Привет, YouTube. Тема: система смазки двигателя. Горит лампа давления масла. Для того, чтобы быстро найти причину, необходимо представлять, чего она состоит и как эта система вся работает. Все это я вам покажу в натуре и в 3D. Все трущиеся детали в двигателе смазываются за счет каналов и разбрызгивания. Каналы проделываются в валах и в корпусе двигателя. Все эти каналы соединены между собой, можно сказать, что единый трубопровод, и имеют замкнутую систему. С поддона масло забирается насосом, подает она трущиеся детали, затем оттуда самотеком стекает опять в поддон. Масло служит как для смазки, так и для охлаждения. Самые нагруженные детали в двигателе, для которых необходима хорошая смазка, это коленвал, который и передает всю мощность двигателя. Соответственно, шатуны, поршня, затем распредвал. На шейках этих валов имеются вкладыши. Масло заполняет пространство между вкладышем и шейкой вала через имеющиеся отверстия, как в блоке, так и в вкладышах. Вкладыши. Масло в зазорах препятствует непосредственно соприкосновению деталей. На обеих валах трущиеся шейки закалены. Вот так работает без масла. Смазка валов. Общая система смазки. Сердце системы – масляный насос. Чем быстрее вращается, тем больше давление масла. Газанули, давление поднялось. Чтобы не было лишнего давления и не порвало весь наш трубопровод, установлен редукционный клапан. При давлении 4,6 кг на сантиметр квадратный он сбрасывает масло в поддон. То есть пружина отжимается и открывается другой канал, который соединен с поддоном. Смазка цилиндра поршня. С цилиндра избыток масла снимается маслосъемными кольцами. В канавке, в которой установлены маслосъемные кольца, имеются отверстия. Через эти отверстия затем масло втекает в поддон. Смазка распредвала, рокеров, клапанов. Поиск причины необходимо начинать с простого, то есть с электрических присоединений датчиков, приборов и всей цепи. Затем непосредственно проверить манометром, затем проверяются датчики оба. Проверка датчиков сжатым воздухом. Датчик давления, который включает лампу аварии на торпеде, при большом давлении контакты его размыкаются, при малом давлении контакты его замыкаются и включают лампу. Малое давление – это около 0,46 кг на сантиметр квадратный. Второй датчик соединен с прибором указания давления масла на торпеде. В нем просто-напросто при изменении давления меняется сопротивление, тем самым стрелка отклоняется то ли в ту сторону, то ли в эту сторону. После всего этого можно проверить маслонасос. Демонтируем его. Проверяем состояние щупом, зазоры, люфты, шлицы. Под двигатель подставляем домкрат. Общая система смазки. Для ознакомления можно нажать на стоп видео. Ну, в конце маленькие такие выводы. Чем гуще масло, тем создается больше давления. Чем холоднее масло, тем оно также создает больше давления, потому что оно становится гуще. Из этого следует, когда мы заводим холодный двигатель, масло там
холодное и густое. Вот давление может быть нормальное. А когда мы прогрели двигатель, давление может упасть на минимум. Именно надо давление проверять на горячем двигателе. При сгорании масла на поршне образуются осадки и мусор. Масло лучшего качества выделяет мало осадков и мусора. Плюс она не так быстро меняет свою вязкость при нагревании, как плохое масло. Из этого следует, чем лучшее качество масла, тем больше моторесурс двигателя. То есть, применяя плохое качество масла, ваши затраты на ремонт двигателя будут в разы больше, чем затраты на хорошее масло. Это надо иметь в виду. Поиск причины, как я вам уже показал, необходимо начинать с самого-самого простого, как я и показал вам у видео. Всем спасибо за внимание. Рад, если кому-то помог. Подписывайтесь на канал, где буду рассказывать вот такие незатейливые видео. Ставьте лайк, если понравилось. Всем удачи!